Сотрудники Главного управления МЧС России по Ивановской области констатируют, число пожаров на территории региона в феврале выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно тревожная статистика в Ивановском, Тейковском, Вичугском и Родниковском районах. К счастью, не произошло роста погибших и пострадавших от огня людей. Неутешительную динамику количества пожаров спасатели связывают в том числе и с внезапными сильными морозами. В основном горят жилые деревянные дома в частном секторе. Нередко пожары происходят в банях. Основные причины – неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Температурный режим, он влияет на то, как эксплуатируют те же самые печи, в том числе и бани. Много пожаров, связанных именно с неправильной эксплуатацией печей, именно в банях. И поэтому, конечно, количество пожаров при понижении температуры увеличивается.